что ж, предыдущая серия получилась довольно большой. Кстати, как вам вот это строение? По-моему, прикольно выглядит, вам не кажется? Ха, красиво. Мне нравится. Вот, ну, думаю, что вам тоже. Ладненько. А что мы, дорогие мои друзья, имеем? Мы имеем то, что имеем, а именно пока ничего. Сердце все еще не у нас. У нас есть рычаг, и у нас есть куча живности на его пути. Что я хочу сказать? Мне нужно как-то до тут добираться. Сейчас мы будем рассуждать и смотреть, как все-таки это сделать, попутно пытаясь взять вон тот сундучок, который стоит у нас слева, и сундучок, который у нас стоит справа. Думаю, оба сундучка мы заберем с собой. Благо, сундучки здесь все-таки показываются. И знаете, единственный вывод, который я вижу из этого всего, это то, что мне придется спрыгнуть вниз. Ну, без вариантов, как бы. А там я могу забраться при желании. А здесь я могу, например, упасть. Без каких-либо на то повреждений. Так. Что ж. Эта хрень, видать, откроется. И выпустит отсюда воду. А вот там есть желанная монетка. Вот, ну, я знал, что что-то подобное они сделают, ну, сто пудов. Ну, мы уже давно ничего в воде такого не находили. Нет, находить-то, конечно, находили, но... Что-то все не то как-то. Так, в общем, ладненько, мы поднимаемся выше. Да подымайся. Что ты творишь, смерть? Просто подымись. Вот, в общем, мы поднимаемся выше. И выше, и выше. И уже оттуда откуда-нибудь мы будем с вами бегать, прыгать. И, в общем-то, вы поняли. Ай. Ну, хотя бы так. Ладно. Сейчас меня будут какие-нибудь собачки кусать сто пудов. О, а эта фигня, кстати, теперь сбивает у них. Сбивает у них все. Круто. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Псина. Ха. Добили собачку. И продолжаем пополнять свои запасы морфина. Ну, вы поняли, о чем я. Так, что мне надобно? Включить рычажок и посмотреть, что за хрень он сделает. Таки уровень воды поднялся. Ну а мне тем временем надо как-то перебраться на ту сторону. Ну, думаю, что я снизу это все-таки сделаю. Вон оттуда. Уровень воды не настолько низкий. Точнее, не настолько высокий. Поэтому приходится как-то бороться с этими песиками. Ага, хренушки тебе. Кабум. Вот так вот мы добили песика и получили свою законную. Я не могу. И ни хрена не получили свою законную награду. Ладненько, давайте посмотрим, что у нас по косам. Возможно, есть что-то более хорошее. Нет, пока что у нас из основного оружия я ничего более хорошего не вижу. Это самые мощные вроде бы как косы. Проглядим по всему. Да, вроде бы мощнее этих кос я пока ничего не вижу. А попутно выбросим ненужные различные косы, типа вот этих сереньких, бросим их, и у нас инвентарь может пополниться на еще одно оружие. А глянем, что это за оружие. Возможно, оно мощнее.
Но в итоге оно вышло не таким мощным, как я думал. Хотя... Тут, видимо, смотрится по скорости все-таки атаки. Какой красивый топорик-то, топорик. Не, вы посмотрите, какой красивый топорик. Ладненько. Страшный когтеразряд, ну, ух ты ж. А выглядит прикольно, кстати. Вот эти когти все-таки они быстрее, то есть они мощнее, видите? Они мощнее. Вот если вот мы выбрали вот этот топорик, хорошо. А какой-нибудь другой топорик будет мощнее? Нет. На данный момент это самый мощный топорик, если не считать вот эти рукавицы, потому что урон молниями, которые они дают, все-таки они в итоге увеличивают урон. И видите, то есть несмотря на то, что у нас здесь пишется, что оружие 290 наносит, но все равно оно наносит меньше, чем вот эти когти сами по себе. Короче, когти определенно круче. И да, я понимаю, что это рукавицы, но мне проще их называть когтями, то есть... Проще мне, что я могу сделать. Ох ты ж, а у меня почему-то открылась вот здесь вот такая вот штучка. Что это такое? Что это такое? За что это мне... невозможно. За что мне это дали? Видать, я выполнил какую-то дополнительную часть задания. Видимо, разрушить все объекты наверху. Так, ну смотрите, у нас можно надеть вот это, и оно будет лучше, чем наше вот это. Магия нам особо не нужна. Я вот думаю, сила нам важнее, поэтому я оставлю силы все-таки, а не шипы плюс защита. Так что как-то так. Тем более не особо много прибавляет, а вот по силе прибавляет довольно-таки много. Что здесь у нас? Здесь у нас определенно идет хуже. Здесь магия, сопротивляемость, все дела. Хорошо, что дальше? Ух ты ж, обмотки кочевника прям. Кочевника обмотки. Не, посмотрите, а прикольно, кстати, выглядит, да? Они, короче, нам неплохо дают прибавление к силе и защите. Что не может не радовать. Критический урон они, кстати, еще дают от магии и от всего прочего. Ладненько. Ох ты ж, поножи кочевника. Ой, стой. Назад. Поножи кочевника. Наденем, наверное, все-таки именно их. Потому что. А, все-таки сила прибавляет нам урон. А магия, я ей не так часто пользуюсь, поэтому думаю, что оставлю это. Офигенная штученция нашлась, смотрите-ка. Плюс 10 крита, плюс здоровье еще плюс 58. И в общем, да, в общем они лучше, чем все те, которые у меня были до этого. Защита, главное, плюс 54 прибавляет. Это первый амулет, по-моему, который прибавляет. А нет, не первый. Но первый, который прибавляет так много, ладно. Так, давайте я сделаю вот так и вот так. Все, я считаю, и восстановился, и плюшечку себе забрал. Ну, вот такие вот дела. Вот такой вот я жадный. А, ладненько, что я хочу сказать. Мы выбираемся отсюда, друзья мои. Что-то пошло не так. Разрабы, вы что-то определенно сделали не так. Что-то пошло не так. Что-то определенно пошло не так. Так, а если мы вот так вот спрыгнем, ничего нам не будет же, правильно? Такой габум. Если я попробую, я сломаю шею. Нас, короче, унесло просто потоком, серьезно. Нас просто в прямом смысле унесло потоком. И нас продолжает уносить потоком, я вам скажу. Ну ладно. Это весело. То есть они продумали эту часть, да? Хорошо. Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? Я так понимаю... Что нам нужен камешек, поэтому прости, здоровяк, серьезно, я не хотел тебя обижать. Прости, пожалуйста. Здоровяка жалко.
Ой, что-то, видать, пошло не так. Что-то пошло не так. Ну, у них, по крайней мере. Блин, жалко, что здоровяка убили. Очень жалко. Ладно, нам понадобятся вот те хрени, на которых висят... эти, как они называются? Кому? Я надеюсь, он не укатится далеко. Вообще не должен, по идее. Вот, я... Ты про что говорю? Я думаю, что нам понадобятся вот те фигни, которые там висят периодически на... Боже, что за мной сегодня? Ну, вы поняли. Короче, вот те большие, желтые, взрывающиеся все дела. И, короче, шарик, по-моему, сам прикатывается к этой фигне. Смотрите-ка. Не? Нет. Все-таки он чуть-чуть недоприкатывается. Ладно. Я надеялся, что это будет эпично. Он сам такой докатится. Но нет. Что ж, мы забираемся наверх. Мы забрались наверх. Это было недолго. И мы продолжаем путешествие. Путешествие по этому замечательному миру Darksiders. Причем второго, естественно. Давайте тут тоже все разрубим. Вдруг нам и тут дадут что-нибудь, какую-нибудь плюшечку. Было бы неплохо. Я был бы рад, если честно, если бы нам дали еще какую-нибудь плюшечку. Я не могу. Но, к сожалению, скорее всего, нам ничего не дадут. Просто потому, что разрабы такие, такие разрабы. Ну, окей. Хотя, я, честно, прифигел от того, что у меня вдруг случайно появилось тут, извините. Случайный сундучок. Я такой, чё? Окей. Но он появился, да. Вот, ладно, Карн, иди. Забирай, друже, сердечко. Так, об этом я позабочусь. Ну, хоть о чем-то ты можешь позаботиться. Найдем к этому камню применение. Хоть о чем-то ты, друже, можешь позаботиться. Хоть о чем-то. Так, а зачем... А, не, все, я понял, зачем нам нужно было. Это на тот случай, если мы лоханулись, короче, и не взорвали вот те желтые хрени, и не забрали тот сундучок, а нашего друга большого и каменного разрушили. Но, видите, я все делаю заранее, поэтому мне они не пригодились. Такие вот дела. Хотя без каменного друга будет немножко плохо. Не вздумай убежать. Уу! И это еще что за хрень? Я сам себя заморозил или это они меня так заморозили? Скорее всего, они меня заморозили. Счетчик уклонений. Если смерть искусно отбивает атаку врага, мимолетный отблеск облика жнеца наносит врагу ответный удар. Такие вот дела. Получено очко умений, короче, окей. Давайте глянем, что у нас получилось. Мне, наверное, нужно увеличить запас здоровья упыря все-таки чуть-чуть таки хотя бы, потому что у меня он очень маленький, ребят. Это слишком маленький по здоровью упырь, и он не успевает ничего сделать. Ну вот, несмотря на то, что да, он растет, конечно, по ХП, там все такое, но я думаю, что надо хотя бы чуть-чуть его увеличить. Пора познакомить их с твоим молотом. Ну и не только с твоим. В общем, пора им познакомиться с нами. Двоими. Оба два. Давай. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и все заполнилось водой. На самом деле, все пошло так, как надо, по идее, но... Настолько ли это так, фиг поймешь. Ладно, Карн у нас пройти, естественно, здесь не может. Мы пройти можем, поэтому мы пошли, а Карн остался. Карн остался, мы пошли, все дела, и, в общем, да. Все, как я и сказал, нам это все понадобится. Я говорю, хренак, а здесь тоже водичка течет. Да. Хотя я все еще не понимаю, зачем нам нужны вот эти вот забирания наверх, потому что, ну, они ничего не дают, серьезно. Ну, вообще ничего. Это возможно, конечно... Вот здесь вот есть какой-нибудь там... Нет, там ничего нету. Там не в том-то и прикол, что там ничего нету. Эта хрень нас не сносит так быстро, чтобы мы не могли зацепиться за вот эту. Поэтому я, честно, немножко недопонимаю, зачем разрабы сделали прогулки по вот этой вот стеночке. Ну ладно, наверное, им виднее. Наверное, им виднее все же. Что мы сделаем? Мы сейчас временно быстренько проходим вот сюда вот и открываем карту дверь. Все просто.
Карн прошел, мы, естественно, за ним не пройдем, поэтому пробуем проходить сами. Хотя можно было бы попробовать подтянуться к Карну, то есть быстро так рвануть, но все равно есть вероятность, что нас приплющит, поэтому сделать я этого не буду. Вот. А теперь что? Ну, мы проходим, все нормально. Вот, видите? Сердце камню струится кровь жизни. Можем на это наступать? Да, на это вот мы уже наступать можем. Но только зачем они его замуровали, непонятно. Вот так! Так. И чё? Ну ладно, бежим за Карном, он точно знает, куда нам надо. Бежим за Карном. Так, и что ты мне скажешь? Запрыгивай, всадник! А мне мой друг не нужен? Ты уверен? Да, я сначала друга активирую. Ну так, чисто по фану. Вдруг он мне зачем-то потом пригодится. А так он уже будет активирован, мне просто сесть с него придется. Ну, давай. После тебя. Было бы смешно сейчас на шипах оказаться, да? Продолжаем разрубать всю полезную вещь. Чувак, мне приходилось выслушивать речи куда умнее, чем твои. Ладненько, рубанем тут, все чисто. Рубанем тут, все тоже чисто. Ну, пойдем. Похоже, все. Все, игра закончилась? Или все, у тебя мысли закончились? Или что, все-то? О, главное, похоже, все. Мыслей больше нет. Идеи в голове тоже. А слабо вот его кинуть, а? Вместе со мной. Даже, ладно, даже без меня. Слабо? Слабо? А? Что-то тут много говна как-то налепилось. Давайте зачистим все. Три камешка было, три сердца. Я ошибся, ребят. Простите, пожалуйста. Моя ошиблась. Все зачистили. Я не знаю, зачем я это делаю, но мало ли. Просто порча это. Фу. Фу, бяка. Кабум. Кабум. Еще так приколись, короче, мне выпадает этот какой-нибудь легендарный мега-пупер-дупер-мупер этот. Ну, поняли. Я так радостно начинаю отплясывать. Так. Что у нас здесь? Он просто не достает до туда. Агась, видите? И до камешка он, получается, просто не достает. Какие дела? Что где выпало? Что-то где-то, короче, открылось. Ладно. Жди, Карн, я вернусь, может быть. Только это, очень жди. Так, допустим. Так, я, конечно, все понимаю. Разрабы, а дальше куда? А, мой косяк, простите, разрабы. Простите, пожалуйста, это мой косяк. Опять. Разрабы сделали все хорошо. Это мой косяк. Вот. Здесь у нас еще один древний. А здесь у нас еще одна поломанная судьба. Судьба из сердца древнего. Что-то с ним не так. Да, но чуть-чуть как-то. О-о-о-о.
Спасибо, Харн! Оскверненный охранник. Спасибо, Харн! Ты прям настоящий, мать твой, друг. Меня это... Яйцами судьбы забили. Ха! Босс-то лагучий. Смотрите, мы, короче... Мы, короче, босса бьем, а он такой не поворачивается к нам в сторону. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чё-то пошло не так определенно. Чё-то пошло не так. Карныч, я честно не знаю, что это было, но определенно это что-то не так. Воу! Не, ребят, что-то это как-то совсем жестко. Шикарно просто, я не знаю. Воу! Хрена у него длинные руки. Да вроде там у Советского Союза руки длинные были, а не у него. Так, хорошо. От смерти тебе люлей сейчас наставляем. Воу, что-то смерть как-то быстро кончилась. Простите, дорогие друзья, да, у нас закончилась смерть, мы не ожидали. Недостаточно ярости. Спасибо, Карн. За помощь там, все дела. Тостозадый маленький мальчик. Ой. Ладненько. Че нам там за сапожки-то хоть дали? Ну и, кстати, получше, чем у нас. Они прибавляют нам защиту побольше. Так, а вот в чем разница? Вот сколько нашего добавляют? Наши 42 делают, а эти? Эти 44. Ну, не сильно... Не сильно много разницы, но вот по защите много, кстати. Поэтому наши сапожки хуже, чем вот эти. Хорошо. После тебя. Прям после меня? Ну окейшки. Надеюсь, Карн больше ничего не заразит. И, кстати, твою... Я вот сейчас представил, то есть, если с маленьким роботом сейчас случилась такая хрень... То есть оживет вот это, с тем же самым камушком. О боже. У меня плохое предчувствие, ребят. У меня очень плохое предчувствие. Так, я просто пойду проверю трубы, мало ли они. Видите, вот мне вот интересно, вот эта вот труба. Нет, там пусто. Там пусто. Так, сори, опять отходил. Короче, собственно, что я хотел сказать. В общем-то, на этом, я думаю, закончим. Давайте узнаем все-таки в следующий раз, что произойдет вот с этим здоровяком, когда мы ставим вот этот замечательный отравленный камешек. Да-да, я люблю вас подкалывать тем, что не заканчиваю серию и всегда на каком-нибудь интересном месте. В общем, всем пока и спасибо за просмотр.